18+, детки! Обычно, когда вы играете в шутеры от первого лица, при виде врага вы не должны бежать к нему напролом, а должны спрятаться в укрытие. Это не та игра. Адово круто! Вы работаете с оружием, с охренительно огромными пушками, еще система скиллшотов, и вы должны посмотреть на противника и подумать, какое максимальное количество очков я могу из него выбить, используя комбинации моих возможностей, моего оружия и окружающую среду. Это реально заставляет думать по-другому, нежели в обычных FPS-ках. Как тебе такое? Вся игра на самом деле завязана на системе скиллшотов и очков за них. Любая плюшка в наших оружиях побуждает вас быть креативным психом. Карабин миротворец. Это оружие спокойно превращает врага сотни пуль в обуглившийся скелет. Но также может и просто убивать в традиционной манере. Цепаган. Два заряда взрывчатки, связанных цепью. Их можно пустить в кого-нибудь, обвязать вокруг их шеи, обвязать вокруг их ног, потом подбросить в воздух и взорвать. Эпичный фейл! Костедробилка. В любой игре нужны дробовики, и тут их... 4. Спыль! 1, 2, 3, 4. Видели ли вы еще какой-нибудь дрободан, делающий это? Поджаренными они не так воняют. Попрыган. Страйк, б***ь! Попрыган похож на переносную фортовую пушку, стреляющий прыгающим по всему полю битвы ядром. Его также можно использовать как подпрыгивающую повторяющуюся взрывчатку, что тоже имеет свои плюсы. Миниган. Миниган в Bulletstorm — это прям воплощение члена Грейсона. Отсоси! Чё за нахуй? Спокойно. Трём дальше. И будьте уверены, самые клёвые пушки мы оставили на десерт. И у нас есть перечень реально клёвых оружий с плюшками, о которых вы будете говорить уже очень скоро. Да ты шутишь! Я серьёзно. Огонь! Мультиплеер. Мультиплеер. Вы работаете вместе. Вы убиваете вместе. В игре есть кооперативный и соревновательный мультиплеер. В кооперативном режиме играете вы и трое ваших друзей. И используя все доступные способы, вы должны эффектно отражать накатывающие волны врагов. Неплохой у тебя скилл, рекрут. В режиме эхо будет присутствовать соревновательный момент. В вашем распоряжении самые смачные моменты одиночной игры, и все завязано на вас, вашем оружии и скиллшотах. Вы можете сравнивать свои результаты с результатами друзей в таблице, чтобы понять, кто же на самом деле самый крутой в эхо-моде. Счет! Всегда есть момент, когда вы начинаете полностью контролировать поле боя. Момент, в который вы перестаете играть в обычный шутер, начинаете играть в Bulletstorm.